Всем привет! У нас сегодня потрясающий пирог на сковороде с яблоками. Тесто готовится пару минут. Яблоки помыла, удалила косточки и каждое нарезала на 8 частей. Сковородку хорошо смазываю сливочным маслом, не забывая про борта. Дно сковороды присыпаю 2 столовыми ложками коричневого тростникового сахара. Прямо на сахар выкладываю яблочные дольки и посыпаю их корицей. Сковородку с яблоками отставляю в сторону и займусь тестом. В миску вбиваю 2 яйца, добавляю щепотку соли, добавляю 150 грамм сахара постепенно и пакетик ванильного сахара. Хорошо взбиваю смесь миксером. Добавляю 200 мл питьевого йогурта, у меня 3% жирности, можно его заменить также на кефир. И еще раз смешиваю миксером. Начинаю постепенно вводить муку, добавляя в нее 1 чайную ложку соды. Замешиваю тесто. Долго замешивать не нужно, достаточно объединить ингредиенты. На низких оборотах миксера избавляюсь от комочков. Я растопила сливочное масло в микроволновке, отправляю его в тесто и еще раз хорошо размешиваю. Добавляю молотый миндальный орех. Если нету, можно заменить на горсть грецких орехов, измельченных в блендере. Добавляем орехи в тесто, перемешиваем лопаткой. В итоге получается достаточно густое тесто. Заливаем яблоки и немного разравниваем. Накрываем крышкой и ставим на маленький огонь. У меня на выпекание пирога обычно уходит минут 40. Готовый пирог накрываем тарелкой и переворачиваем. Пирог получается очень вкусным, мягким, пышным, с орешками внутри и карамельными яблочками сверху. Дети уговорили меня посыпать этот пирог сахарной пудрой. Уж больно они любят эту сладость. Очень простой рецепт, который понравится каждому. Тесто всегда удается. А мотиваторами для меня являются ваши лайки и комментарии. А также подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. А я прощаюсь с вами. Пока-пока!